Сразу 5 чиновников Павлодарской области наказали после гибели 7-летней Миланы Давыдовой. Им объявили выговор. И хотя в убийстве девочки подозревают родную мать, аким региона заявил, что власти могли это предотвратить. Оказалось, семья состояла на учете как неблагополучно, но 6 лет назад ее перестали контролировать. Здесь надо признать, что налицо недоработка ответственных госорганов. Соответственно, должностные лица понесут наказание. И в том числе это касается руководства города, лица акима города. 7-летняя Милана Давыдова пропала в прошлую пятницу, а ее исчезновение заявила сама мать. Но во время поисков призналась, что убила дочь и со знакомым спрятала тело под кучей золы рядом с домом. Семья воспитывает еще 2 сыновей 6 и 9 лет. Их после произошедшего забрали из семьи в спеццентр. И вот сегодня стало известно, что отвечать за трагедию будут и чиновники. Выговоры получили замакима области по социальным вопросам, глава Экибастуза, а также руководители управления образования и социальной защиты города. Акиму Куяндинского сельского округа, где проживает семья убитой девочки, и вовсе грозит увольнение. Вот только общественники считают, что наказывать чиновников в таких случаях неэффективно. Вы знаете, одними выговорами проблему не решить. Она очень глубинная, она очень серьезная. И от того, что 2-3-5 чиновникам сделали выговор, при этом в 20, в 30, в 50 семьях от этого выговора детей меньше бить не стали. В этих семьях не изменилась психология. То есть тут нужно менять психологию, нужно менять идеологию. Нужна государственная политика, которая должна поддерживаться всеми.